Да. Здорово, 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 здорово всем. В общем, я у вас здесь не таким частым гостем стал. Как минимум у тех, кто любит смотреть прямые эфиры, именно мои. Таких, мне кажется, мало. Ну, обычно люди смотрят там пару-тройку стримеров. Но вот, по-любому есть тот, кто смотрит только мои прямые эфиры. Вот. И у этого человека появилось больше свободного времени. Я уверен. Так, кстати, Клумба, мое уважение. Я даже вчера зашел к нему два раза на стрим, посмотрел отметку. Он за... Представьте, этот сумасшедший взял три отметки за один стрим, за 18 часов на ВКшке. Больной человек. И хорошо играет. Так, ну Клумба скоро встретится с Грани. Ну, с таким количеством марафонов, да, я считаю, это... Ну, еще чуть осталось. Там Нир еще, знаете, там, беру мастеросов за один стрим. Вот... Я хотел в телеге сегодня писать, но я не стал писать в телеге. Я думал, ну ладно, стрим скажу. Этот. Вот есть же такое, знаете, поколение стримеров. Вот если взять, например, 10 лет назад, это были одни стримеры. 8 лет это другие, да, там. Вернее, добавлялись. Кто-то отсеивался, но кто-то добавлялся. Вот. И там каждые 2 года добавлялись какие-то стримеры, кто-то оставался. Вот мне кажется, плюс-минус некоторые останутся через 2 года, а некоторые просто не доживут. Вот. Дай бог, конечно, им здоровье, вот, но с их марафонами они реально не доживут. Это же вообще ненормально, они там сутками стримят. Так, ну что, давайте. Вышла недавно тема с космическими задачами. Задачи, я так понимаю, лайтовые, скорее всего, плюс-минус. Может, там дальше посложнее будет, но вот я первую задачу выбрал, она вообще какая-то лайтовая. Вот, смотрите. Короче. Леста запустила это на отдельном сайте вообще, я так понимаю, на отдельном сайте, одни отдельной вкладкой. Надо просто брать задачу, и она появляется в игре. Вот здесь. Можно по 4 каждую выбрать, пройти, и, я так понимаю, потом ты финальные получишь. Вот я выбрал, ну, из задачи, из разряда уничтожить 6 машин противника за любое количество боев. Ну, несложно, понятное дело, но хотя бы какая-то цель в игре будет у меня. Вот, поэтому просто параллельно буду выполнять. Может, сегодня все пройдем. Я не знаю, сколько по времени это занимает. Первую я задачу взял. Короче, она на отдельном сайте. Вы берете задачу, в игру перезаходить не надо, потому что есть те, кто думает реально, что в игру перезаходить надо. В игру перезаходить не надо. 6 фрагов надо сделать. 6 фрагов. Мне кажется, для 6 фрагов идеально подойдет средний танк. Да, нормально. Фражок так и сделал один. Так, ладно, я его раздамажил. Сейчас будем вкатывать. Дайте кто-нибудь его шот, пожалуйста. Нормально. 2 фрага. А чё так артоводы больно бьют, я не пойму. Блять, это же... Ой, я тупанул, на самом деле, надо было этот. Короче, я тупанул в том, что надо было... Блядь, без урона каток, я мог 2 фрага сделать. Надо было пытаться им сразу разряжать 2 шота, там же этот, ПТ-шка подъехала. Так. Блеха, муха, я мог, кстати, в этом бою выполнить, да? Ладно, у меня один снаряд остался, хер с ним. Сейчас можешь подсветить его. А, вот он. Да, ёппарас, это... На блошечке давайте его забрали просто. Так. Ой, даже что-то попал. Всё, задача выполнена первая. За 2 боя, правда, но выполнена. Ракин согнал батю с дивана. Да я там полежал 2 часа все. Ну, было кайф, короче.
Так, ладно, нормально. Можно. Если очень хочется. Это Шкода была. Планами там, с турнирами. Вот. Нормально, второй ваншотик. О, кстати, бабаха выстрелил. И как будто бабаха не... Подожди. А, нет, она, скорее всего, сверху будет, да? Охренеть. А сколько хп, интересно, у него улетело? Вот это удовольствие от игры, я правильно получаю? Стоило там 3-4 дня не постримить и все? Ваншоты полетели? Нет. Это прям нормальные ваншотов надавал. Закину тебе подписку. Так, ну что в итоге? Сколько у меня урона-то? У меня 6400, да? 6489, 6 фрагов. И Удис еще соскочил, так бы Удис мог взорваться. Неплохо, как говорится. Так, а сколько я ему нанес урона? А, 1663 у него было. Так, мне интересно, куда я попал. А, тут не так много попаданий. Вот, да, в лючок закинул, считай, почти. Опа. Шотик шальной. Опа, второй шотик шальной. Во, вообще шикардос. Блять, нечаянно автоприцел поймал, сука, и мне прицел сдвинулся. Да, я тоже думал, что можно. Нормально. Угу. Т-20. Так, ну давайте, 4К уже сдал. Нормально, 4500, в принципе, неплохо. Как диван твой, под форму жопы уже? Да не, Серега, пару часов полежал и все. Но по кайфу было, на самом деле. Я примерно секунд по 20, по 30 трачу на новое задание, чтобы включить. Примерно как отчет боя. Вот, это другое дело, 1794. Здравствуйте, блядь. Есть попадание. Так. Попадание. Так, 771, да? Блять, уебище-то на Леоне. Просто конченый, сука, я приехал ему помогать, он, блядь, убежал. Так, блядь, мы и теряем друзей. Мы нас хлопнули, блядь, молодого человека. Пиздец, не пробил в итоге его. Вот, хорош. А там что-то хрустнуло, кстати, да? Вам так не кажется? Да, поживи так, пожалуйста. Еееее!
победка, блядь, победка. Нормально мы там с Леоном их подразводили в итоге. Хорошо, чтобы вышка сейчас. Кстати, если бы даже не попал, я бы успел уйти вниз, там уже... Так, сегодня что у нас? А, сегодня понедельник, да? Сегодня воскресенье. Что, сегодня воскресенье? Блядь, какой день недели сегодня? А, сегодня воскресенье же. Подожди. Да, воскресенье, 9 число же. Так, смотри, в воскресенье я прошел 5300, мне пишет. В субботу я прошел 7300. В пятницу 3000 шагов. В четверг 3000 шагов. В среду 7600 шагов. Вторник 6200. Понедельник 4800. Дальше 2 числа, короче, 3000 шагов. 3000 шагов. 29 числа, чтобы вы понимали, я прошел 838 шагов. Не, ну по квартире-то я не передвигаюсь с телефоном. Вот. А дальше тут 4000, 4000, 3700, 4900, 4800, 8400. Короче, чтобы вы поняли, 10 тысяч шагов, знаете, когда было? У меня 20 марта. 18 тысяч шагов я прошел 20 марта. Блядь, это куда я свой путь держал? Подожди, 20 марта? От налоговой, говорит, уходил, говорит. Да, потом, короче, были по 3, по 2 тысячи шагов, вот даже 454 шага есть. А потом было 5 дней, по 14, по 13, по 12 тысяч шагов. Это было... Ну, это было в октябре еще, блядь. Это было давно. Хочешь? Да, мне кажется, реально идеально подходит. Под эту задачу на КПЗ-хе выполню ее. Не, Кирюк, ты ошибаешься. Если бы так было, Кирюх, я был бы очень стройен. Димон, 2 часа секса в день, и жена довольна. Ха-ха-ха-ха, эх, и ты подскинешь, ха-ха-ха-ха. Кирюха, если бы так было, брат мой, я бы был бы самым счастливым человеком. Так. То, что работает, жрать меньше надо. Вот эти Е25, да, тоже норм вариант. Ну не, пока КПЗ хорошо заходит. Так, это... Да пробей ты уже. Ты там крачун едет пиздить нас. Ну, мне кажется, я нормально напробивал в этом бою. Могу погулять с твоим телефоном, о цене договоримся. Когда очень хочется, чтобы было много пройденных шагов, да? Левша, ты обещал регулярно стрелить в апреле. Где они? Они просто еще не наступили. Не, без обид, серьезно, я что-то не вывожу просто. Все, что я на себя взгромоздил, вот. Я думал, это будет меньше мне время занимать, оказывается, нет. Ну ладно, ничего, всякое будет. Так, ну что, это что, надо ЦП будет писать, да?
А, он работает, просто не показывает прогресс. Когда 35 настреляешь, он выполнится. Серьезно? Блять, куда снаряд полетел вообще? Эх, нихера, что у меня так отметка минус 6%? Минус 6% на хэвике? Ну типа его жапнули. Разъезжаюсь, как это... Герои встречаются. Нормально. Нормально, да, я в уголочек зажался. Да не, так-то мистер Джефф Василий прав. Надо было просто его этот. Дать ему шот и все. Нормально. Ну и по опыту я в топе, и по урону в топе. Должен обидеться и попытаться мне выйти навалять. А, кстати, по аренде, там же студия была первая. Короче, первая студия планировала 115-120 квадратов. А это сейчас будет 215. И чтобы вы понимали, по аренде она там вообще разница прям небольшая. Сейчас чуть дороже вот новая студия. Но при том, что там каждые полгода поднимают потихоньку аренду, поэтому плюс-минус выгодное решение было. Ну что, 2 из 4 залетело. Димочка, привет. Привет, при занятии активным сексом калорий сжигается почти в 2 раза меньше, чем при фитнес-тренировке. Сексом надо заниматься ради удовольствия. Аленка, совершенно правильно говоришь. Блять, я на КД, сука. Пью. Иди сюда, блять, буканул здесь сейчас. Идиот, пацан, блять, нельзя был. Ай, нельзя было так выходить. Ну я дал 6600, короче. Я думаю, наша команда затащит, но я в любом случае топ-10 по опыту попаду. Ну так, нихера, я 7800 дал в итоге. Чё так много? Так я мог вообще десятку дать, да, спокойно в том бою. Не доиграл, малёх. А, хэвик прикольно, конечно, этот, наваливает. И мне кажется, еще по модулю можно поинтереснее что-то собрать будет.
Повернись ты к ним лицом, блядь. Врага задом не встречают, блядь. Если ты не куртизанка только. Балает, я думал, чтобы точно он мне не забрал, не пробью, и в итоге не пробил. Ой, там крыса, блядь, на стерве, короче, в итоге меня ранил. Так, я думаю, что, закругляться пора, да, 4,5 часа? Ну да, 4,5 часа это уже. На завтра же силы, завтра же стримить надо еще, да? Завтра силы надо ставить. Так, ну что, по задачам, я же закрыл задачу, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь задач закрыл, осталось суммарно сколько там задач? Семь, да, осталось. Ну что, увидимся с вами завтра, если все хорошо. В любом случае, подписывайтесь на телеграм-канал и подписывайтесь на YouTube-канал «Мафия с левшой». Все, давайте всем пока-пока. Кто участвовал в розыгрыше на Трова, там через 25 минут выйдут победители. We'll be right back.